Год назад новым министром внутренних дел Почувашии стал Сергей Неяскин. Как работает правоохранительная система сегодня, он рассказал журналистам за чаем. Насколько хорошо работает полиция, решать жителям республики и СМИ. С этих слов министр начал пресс-конференцию. А чтобы журналистам было легче об этом судить, привел следующие данные. В 2017 году от населения не поступило ни одной жалобы на то, что не смогли дозвониться в полицию или на некорректное обращение. Этому поспособствовало увеличение штатной численности дежурной части Чебоксарского управления и двух отделов. Ежедневно дежурной частью МВД по городу Чебоксары отрабатывает в среднем 250 сообщений от граждан. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений за первый квартал 2017 года составила почти 80%. И это лучший результат среди регионов Приволжского федерального округа. В перечне самых резонансных дел последнего времени – распространение наркотиков, подделка денежных купюр, завоз контрафактного алкоголя, сбыт опасной для жизни незамерзающей жидкости, в составе которой был ядовитый метиловый спирт, и мошенничество. Одним из показателей примеров борьбы с мошенничеством является уголовное дело, возбуждено в июле 2015 года в отношении двух жителей города Чебоксары, которые шли незаконную деятельность по принципу финансовой пирамиды ООО «Старт Инвест». В рамках расследования возбуждено уголовное дело установлено более 900 потерпевших. Сумму причиненного ущерба составила около 160 миллионов рублей. В целом, за три месяца 2017 года уровень преступности сократился, в том числе таких преступлений, как убийства, разбои, грабежи.